На площадке Уфимского моторостроительного производственного объединения открылся первый в России производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех». Инвестиции в проект составили почти 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил индустриальный директор авиационного кластера «Ростех» Анатолий Сердюков. Учебный корпус площадью 14,5 тысяч квадратных метров отстроили за один год. Здесь разместились производственные участки, классы и лаборатории. Обучение будет вестись по системе дуального образования. Теория займет лишь 30% учебного времени, 70% же будет посвящено практике. В центре установили более 200 станков, в том числе производство стерлитамакского стана стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Безусловно, есть определенные потребности в новых рабочих и новых специальностях. Понятно, что люди уходят на пенсию, идет какая-то ротация, идет все-таки какая-то текучесть кадров. Безусловно, мы именно остановились на этом предприятии, потому что оно из самых крупных, собственно говоря, у нас и в Ростехе, и в авиационном кластере, и в ОДК в том числе. И, конечно же, мы хотели его отработать именно на таком большом предприятии, чтобы потом уже распространить на другие центры производства. Производственные центры, как мы считаем, в Ростехе, где в основном сконцентрированы наши производственные площадки, в том числе и ВДК, и вертолеты России, и, соответственно, авиационная корпорация. Ежегодно в производственно-учебном центре Ростеха будут обучать 2000 многопрофильных специалистов, которые получат приоритет при трудоустройстве на заводы госкорпорации по всей стране. Это неоценимый вклад в развитие Башкортостана, в его вот такую учебно-экономическую базу. И в целом, в общем-то, республика и другие предприятия будут базировать вот, возможность базироваться на тех людях, которые проходят здесь обучение. Поэтому спасибо большое Ростеху. Очень большое начинание, очень правильное. Это первый крупный шаг, но точно не последний вот в этом направлении, для того, чтобы мы создавали материальную базу для производства учебных центров и вот последующее обучение наших специалистов. Напомню, Ростех также создал на предприятии ОДК УМПО крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей стоимостью почти 9 миллиардов рублей. Ну, кроме того, госкорпорация направит 2 миллиарда рублей на модернизацию предприятия «Прогресс».